Здравствуй, друг! Это видео для тех, кто хочет иметь свою квартиру, но без ипотеки, кредитов и переплат. Возможно, у вас нет своего жилья, и вам надоело, что за чужое жилье каждый месяц отдаете свои деньги. Или стало тесно, и хочется больше свободного пространства. А может быть, у вас есть причина, о которой знаете только вы. Возможно, вы уже думали про ипотеку, но нужен первоначальный взнос. Надо иметь справку о доходах. Нужны поручители или созаемщики. В итоге будешь работать на ипотеку и переплатишь банку. Взял 3 миллиона, отдашь 6 или 9. А может, просто не дают кредит, потому что есть какие-то причины. Что делать? Ограбить банк? Застрелиться? Или продолжать терпеть? Или идти в ипотеку? Есть ли выход? Да, выход есть. О нем вам не расскажут кредитные брокеры и консультанты. О нем не расскажут риэлторы. Об этом вам не рассказывали в школе и в институте. Но об этом вы можете узнать на мастер-классе «10 реальных способов купить квартиру без ипотеки». Мастер-класс проводится Центром личных финансов. Это участник государственной программы повышения финансовой грамотности населения. Благодаря работе центра курс по личным финансам внедрен в 45 школ Санкт-Петербурга. Петербурга и Ленинградской области. Проведены совместные проекты с газетой «Комсомольская правда», финансово-экономическим институтом, комитетом по образованию Петербурга. Мы обучаем, как пользоваться надежными и доходными финансовыми инструментами. Центр работает более 10 лет, и сотни людей уже решили свой квартирный вопрос. Можно продолжить терпеть и каждый месяц терять деньги, нервы, отношения. А можно записаться на мероприятие бесплатно или получить бесплатно индивидуальную консультацию специалиста и выбрать минимум 3 способа из 10, которые гарантированно подойдут лично для вас. Во-первых, без кредита. Во-вторых, без переплаты. В-третьих, без справок и поручителей. В-четвертых, даже если нет первичного взноса. В-пятых, даже если у вас зарплата 25 тысяч рублей. Хватит терпеть! Хотите узнать подробнее? Запишитесь по ссылке.